Привет всем! Хочу сегодня показать такую вещь, которая мне пришла в подарок. И я думаю, некоторые из участников группы ВКонтакте понимают, о чем я. Но для тех, кто не знает, не понимает. В одной группе ВКонтакте проводилась розыгрыш призов на день рождения Бритни Спирс. Надо было оставить комментарий, сколько просмотров клип Born to Make You Happy заработает к 2 декабря. Ну, я примерно написала, конечно, мой результат был не из разряда очень близких. Вот, но так как я выполнила абсолютно все условия, то, в принципе, я вошла в, там, не знаю, сколько, человек 20 или 15, которые могли участвовать в самом розыгрыше. И, собственно говоря, мне повезло. И каким-то неведомым способом, с помощью сайта Random, я выкрала футболку. И вот она. Если она вам понравится, я скину обязательно ссылку, где, с какого сайта мне ее прислали. Вот. И хочу рассказать, собственно говоря, что она себя представляет. Ну, вот такая вот хбшная, я не знаю, конечно. Но сейчас посмотрим, какая футболка. Вот с такой вот этикеткой. И я заказала именно розовую. Там можно какие-то, ну, разные, наверное, самые такие популярные цвета выбрать. И разные принты. Я вот такую Pretty Girls взяла. Не знаю, почему. Просто захотелось. Другие как-то вот мне показались не такими красочными, но это чисто мое мнение. Взяла розовую, люблю розовое. Вот. У меня это размер L. И честно скажу, что я как бы в жизни размер L не особо ношу, потому что это получается 46. Но здесь немного они не соответствуют размеру. То есть L можно считать где-то в районе 44. Вот, но обычно операторы звонят вам, говорят, что да как. В общем, вот так вот она выглядит, ну, обычно футболка, да, такая ничего особенного, но она не такая вроде не химозная. Сейчас, если есть тут этикетка, что-нибудь попытаемся. Ну, видите, это 100% хлопок, размер L. То есть, в принципе, качество хорошее, сзади ничего нет. Вот, обязательно заходите на сайт, смотрите, вам, возможно, что-то понравится. Я не знаю, ну, это все дело где-то в районе 1000 рублей стоит. В принципе, если брать футболку где-нибудь с принтом, я не думаю, что вы найдете дешевле, если, конечно, вы не возьмете футболку и закажете на ней принт. Как вариант такое может быть. Вот, так что вот такая вот вещь. Очень-очень мне нравится. Вот. Надеюсь, вам тоже понравилось то, что я заказала, то, что я выбрала. Вот. Огромное спасибо за внимание. И пока-пока.